Татьяна Навка поздравила заслуженного тренера России Татьяну Тарасову с днем рождения. Ей исполнилось 74 года. «Моя дорогая и любимая Татьяна Анатольевна, с днем рождения! Я вас безумно люблю и просто обожаю. Знаю, что это взаимно. Я ценю каждый момент, проведенный с вами. Вы великая женщина и мать фигурного катания. С вами всегда безумно весело и интересно. Живите долго, счастливо и оставайтесь такой же невероятной, веселой, мудрой и умной. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья», — написала Навка в Инстаграм. Поздравлением присоединился Алексей Ягудин. «Есть учителя, есть педагоги, есть тренеры, есть помогающие люди, а есть она, Татьяна Анатольевна Тарасова. Вы единственная и навсегда», — написал Ягудин. Ягудин тренировался под руководством Тарасова во время спортивной карьеры.